У дочери Виторгана обнаружилась одна странность. Эммануил Виторган опубликовал в Инстаграме свежий снимок своей годовалой дочки Этель. На фото малышка сидит на руках у своего 70-летнего отца. Подписчики странички актера поразились, насколько девочка похожа на своего старшего брата Максима Виторгана. По мнению поклонников звездного семейства, Этель просто его копия. «Как на брата похоже, просто копия Максим. Одно лицо», – пишут они в комментариях в посту. Фолловеры Эммануила Виторгана также отметили, что Этель растет не по годам серьезно, у девочки очень сосредоточенный взгляд. Заметно, что она умная и развитая, настоящая гордость папы и мамы. Новость о том, что у 78-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка, грянула в марте прошлого года, как гром среди ясного неба. Никто не ожидал, что супруга Эммануила Гедеоновича, Ирина Млодик, родит своего первого ребенка в 56 лет. Многие подозревали, что дело все-таки не обошлось без суррогатной мамы. Но жена звезды экрана этот факт никогда не подтверждала. «Мы с Эммочкой давно мечтали о ребенке», – рассказывала Ирина в одном из интервью. «Но сначала мне нужно было преодолеть проблемы с моим здоровьем. Пришлось подождать почти 20 лет, чтобы решить их». Счастливый отец малышки Этель признается, что теперь мечтает еще и о сыне. Но решатся ли супруги еще на одного ребенка – большой вопрос. Все-таки возраст у Эммануила Гедеоновича очень солидный. «Конечно, я все это понимаю, что когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж, мне будет больше 100 лет. Но разве это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив», – рассказывал Эммануил Виторган в одном из интервью. «Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен. Главное, что на свет появился новый человек. Как по этому поводу можно злорадствовать? Теперь у меня есть стимул лучше следить за здоровьем».